С начала января на территории Славянского района произошло 65 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний. Одна из последних аварий произошла в минувшую пятницу. 24 января около 17 часов вечера на автодороге Краснодар-Славянск на Кубани-Темрюк столкнулись «Лада Приора» и «КамАЗ». Как сообщил инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Анна Миронова, предварительная причина аварии – выезд на полосу встречного движения одного из участников ДТП. В результате столкновения легковой автомобиль превратился в груду искореженного металла. Водитель погиб на месте. Водитель «КамАЗа» получил травмы и доставлен в Славянскую ЦРБ. По факту происшествия ведется проверка.